Всем ночной приветик от Серухи Оливии, которая тут себе баню такую влажность устроила, что надо будет отжимать у нее вот эту мокрую коряшку, обдавать кипятком и сушить. Но это уже будет после линьки. Она опять собралась линять. Глазки помутнели. Сейчас покажу поближе. То есть перед линькой она целенаправленно вот разливала воду, наматывается вот на корягу, повышает себе влажность. Смотрите, как хвостик загибнулся. И теперь сидит с умным видом. Я типа вспа, все нормально. Видите, глазки мутные. То есть буквально день-два они посветлеют. Это чешуйки мутнеют. Так сказать, защитные. И потом будет линечка. Да, и потом можно будет отжать это бревно. Провести его в порядок. И вот, собственно говоря, вернуть потом на родину. А пока ей влажность нужна, отжимать не буду. Уже как-то показывала в период, когда она ничего не видит, она часто пугается, если руки пахнут чужими делами, так сказать, мылом, например. Но сейчас я пахну собой, она понюхает и все, успокоится. Вот обнюхивает пространство. И да, это моя придурочная хозяйка пришла, пальцами в меня тыкает. Ну, понюхала, все. Вот так скажи, я ничего не вижу, да, поэтому я могу вести себя немножко агрессивно к незнакомым вещам, на всякий пожарный случай. Вот она нюхает, нюхает и толкает меня. Вот видите, вот кольцом это отвали. Видели, что она делает? Отталкивает. Отвали. Да, поза это умеет. Гляньте, сейчас опять отпихнет меня. Давай, солнце, покажи, как ты можешь. Опа, опа, пихает, пихает. Уйди, говорит. Я не хочу общаться. Ну, трогать не буду. Пусть дитё откисает и благополучно линяет. Даже шипеть на меня не хочет, потому что пахну собой. Да, это я тебя узнала. Это ты, говорит, хозяйка. Угу. Ну все, сиди, солнце. Еще воду тебе поменяю и окей. Да ты уже почти всю вычерпала, блин. Да. Сейчас налью новую, подожди. Да, там водичка, там.